А перед началом ролика хочу рассказать вам об игровом канале Андрюха F. Канал полностью посвящен нашей любимой игре Ark Survival Evolved. Здесь вы можете найти игру на хардкорных серверах, рейды, голодные игры и другие радости этой игры. Ссылка на Андрюху в описании под этим роликом. Всем привет, ребята! С вами Рирс. Мы продолжаем играть в Ark Survival Evolved на сервере Братск. X10, стандартная карта. И сегодня мы немножко погуляем по новому биому. Прогуляемся вот на этом вот Тирексе. Посмотрим какого-нибудь еще одного Тирекса. Хочется еще одного Тирекса. И позанимаемся какими-нибудь интересными делами. В этом будет помогать мне сегодня Лена. Обязательно досмотрите этот ролик до конца. В конце вас ждет небольшой сюрприз. А перед началом просмотра давайте взглянем вот на этот вот замечательный комментарий дня. Сегодня их будет 2 штуки, потому что в прошлом видео я про него забыл. Такие дела. Так что вот они. Так, куда нам нужно идти примерно, чтобы найти Рекса? В этом биоме должно их быть приличное количество. Прямо? Ну, пойдем прямо. Прямо гора. Нет, в гору нам не прямо. Надо. Тебя неправильное прямо. Неправильное прямо? Вот сюда прямо? Да. Нет, не туда. Давай вот сюда прямо сходим. Посмотрим, что здесь происходит. Такие дела. Такие дела. Вот такой вот красавец Тирекс. У тебя, кстати, есть зимние шмотки с собой? Ты мне не купил шубку. Не купил? Ну, эти свое, да. Она унисекс. Нормально. Можно... Можно всем носить. Ну и где Рекс это? Твою мать. Надо идти прямо. Так мы прямо идем. Нет. Да. Немного виляем. Ну, мы немного виляем. А, я упала. О, чё не напали? Ну-ка, подожди, Лен. Сейчас разберемся. Кто это? Летающие твари. Откуда они прилетели вообще, нахрен? Вот тут одну зацепишь, они сразу толпой на тебя начинают нагреваться. Особенно это печально на болотах. Да ты что такое хитрое-то? Ну, давай. Есть. Все, Лен, садись. Села? Угу. Отлично. Опять эти ужасные птицы, а? Сколько их здесь в этом биоме? Как ты думаешь? 1000 есть? А давай всех приучим, которые попадаются нам на пути, и узнаем количество. А вон, смотри, бежит стая целая. Давай попробуем. Давай. А тут медведь, медведь, надо его убить. Убить его прям? Их 2 тут медведя. Это просто волосатая фиомия. Дикая волосатая фиомия. О, даже шкуры можно пособирать. Отлично, шубу тебе сделаем потом. Давай. Вон они, смотри, выводок целый. Ну-ка, дай-ка. Сейчас их заболасю. Смотри, как их много. Они что, стадом ходят? Ну. Ах, вы хитрые какие. Ну-ка. Не попал! А! Они меня зажали! Что надо делать, отбиваться. Что делать? Придется их убить. Лась, убивай. Пока они меня не сожрали. Давай! Так, где-то еще одна. Вон она сверху. Жесть. Так, я в камне опять застрял. Супер-пупер просто. Сломали они мне все, да? Я не знаю, да, ты был. Да, зашибись. Я тебя поздравляю. Не, у меня крутейка есть, все нормально. Запасная.
погнали. Ладно, не судьба с этой партией, буду балансить их с этого уже, получается. Я с Рекса. Думаю, что давай по одному балансить. Так они толпой бегают. Как их по одному-то? В этом давай, и фишка. Я буду двоих уводить, а ты одного будешь балансить. И мы узнаем, сколько их тут что. Мне прям интересно уже. Давай. Давай. Так, сейчас я вас найду какую-нибудь. Может быть, Рекс попадется нам по пути. Может быть, давай. Что-то мне кажется, что ни хрена. Как-то слабо здесь. Слабо здесь с хищниками. Кроме вот этих вот ужасных птиц, никого здесь не бывает. Смотри, руины какие-то. Интересные. Очень много, кстати, добавили. Стой. Вижу двух. Хочу. Вижу двух, птиц? Видишь? Да, вон они стоят. Что-то они мутят. Стоят где? А вон они убегают. Прямо. Да прямо твоя спина отсюда. Сейчас найдем. Так, где они? Красиво. Красивые руины, да? Вообще, я видел, красиво. Там дома строят в таких руинах. Есть там побольше руины даже. О, я вижу. Да, ну тут смотри, какой замес. Красиво. Вон, смотри. Просто сжирают толпой. Ой. Может, я домой пойду? Домой пойдешь? Да. Страшно сильно. Смотри. Смотри. Пять штук. Ну-ка. Не попал, что ли? Серьезно? Ладно. Попробуем тогда так. Я вот эту зеленую собаку хочу. Давай ее тоже сделаем. И зеленую собаку тоже? Ну давай, здесь X20 на приручение, почему бы и нет. Так, стоим на Рексе. Главное не шевелиться. Оп тебе. А левел-то какой? Не посмотрел я, да? Как сейчас глянул какой левел. 72-й, смотри, нормально даже левел. Бедный диплодок, а. Так, погоди. Сейчас наш маму могут скинуть, надо отойти немного подальше. Жесть. Просто гопники. Сидят. Офигеть. Что здесь вообще творится? Смотри. На нас бежит, на нас. А, убегай. Надо вот на этих перегрызть. На коней. Пусть коней жрут. Ну давай, жри коня. Не хочешь? Мы вкуснее. Блин. Я упала. Сейчас спасу тебя. А ты на голове, смотри. Пришлось их убить всех. Садись на Рекса. Села? Только нет, не я бей. Я не могу, нет. Тебя бьет он? Я убежала. Там я еще и ужасная птица. Да. Сейчас за там квилим. Нет, один, походу, не затранквилится ни хрена уже. А может, птицу удастся? Давай птицу, давай, она внизу. Я в кустик. Стреляю. Так, Карна куда-то убежал. Он сзади тебя. Он туда. А, вон он вырубился, бежал. Он вырубился, да. Отлично. Птицу больше. Сейчас она вырубится. А-а-а. Ну-ка, стой, зараза. Да стой, ты куда убегаешь-то? Прям несется, смотри. Мне не видно, я пошла Карна покормлю. Попал. Вырубилась. Отлично. Молодец. Все. Так, у меня мясо есть с собой? Блин, обычное только мясо. Сейчас как раз посмотрим, как они приручаются. Хорошо, давай. Так, есть нужен прайм. 8 прайма есть. Ложи в Карна. Сейчас я прайм добуду. Клади. Кладу. В Карна. Карна. Прайм. Отлично. Так, нужно, значит, найти мир Рекса обратно. Положи. Отлично. В Рексе сколько там прайм? Не знаю, не посмотрела, прости. Я подумаю. Я подумал, прощаю. Спасибо.
Да не за что. Так. На, Прайм, ложи в него. Клади. Я пошел показать другим. Ай-яй-яй-яй. Прайм в Рексе лежит, если что. Ага, все на. Отлично. Так, где птицу эту самую оставил? Вон она лежит. Зараза. Надеюсь, торпор у них не быстро поднимает, уходит. Смотрим. Вот еще одну вижу. Есть. Ягодки. И у нас есть нарк... О! Во! Половину прям с одного прайма. Приручается. Так, ну сейчас приручится, поди. Успеет. Это у меня не хочет. О, есть. Сколько дал? У меня на три раза. Отлично. Сейчас я пособираю здесь немного. Давай. Я знаю, что дома. Может, они встанут, я пойду с ними пешком, чтобы их не потерять. А домой за собой, их прицепим, да и все. А ты будешь нас охранять. Охранить? Да. Ну, давай попробуем. Ты можешь на ужасную птицу даже сесть. Там седло на руках делается. Сейчас сделаем седло. Ну. Растрясешь сейчас по-быстрому. Нормально будет в Рексе. Не, у них быстро тропор побежается. Наркотики придется... Нужны. Да, у нас там есть наркотики. Угу. И стрелы тоже есть. Нам, скорее всего, либо на Рекса не хватит. Либо на... Вот еще птицу вижу. Она тоже меня видит. И у меня всего 6 стрел. Ну, попробую. Ну давай, 80 уровень, нет, не получится, 6 стрел, я будешь... Что, побежать к тебе? Придется убивать, да не, я это убью. Отлично. Сейчас я просто стрелу, ох ты сука, еще одна. А вот ту можно было приучить, кстати. Зря я убил, 16 левел. Так. Еще один. Еще один нужен прайм, чтобы она приручилась. Дайте к тебе? Нет, у меня прайм есть, чтобы она съела его. Все нормально, сейчас я к тебе приду. Стой там, приручай ту. Стой. Отлично. Тираешь. Глеб. Лена. В прошлой серии забыл комментарий дня. Да, в этой серии будет два. И они уже были. Я пропустила все. Чудеса монтажа делают свое. Все, на один укус осталось, и оно встает. Отлично. Как-то быстро патроны расходуются из автомата, а толку от него ноль. Проще мечом было сражаться. У тебя есть? Угу. А у тебя? У меня тоже есть. Ну, это отлично. Так, все. Идем. Птица приручена. Надо с нее прайм покажи забрать. Мне это чучело, покажи мне. Ну, надо. Покажи. Розовый фламинго. Где я? Петух. Это почти как петух, только у него гребень побольше. Сейчас я тебя найду, если найду. Нам вон, давай вижу, мы Рекс. Сделаем штук 30. Штук 30 таких? Но мы же трайб, который топ-трайб. Нам же заявили, что мы топ-трайб. Давай разведем курей. А, ну раз топ, ну конечно. Да, ох, какая вот у меня прелесть. Это щука. Красавица. Почему у меня на шее волос нет? Ты выщипал ей, что ли? Чтоб удобнее было хвататься за шею. Видишь, а, это, наверное, прародители киви, да? Смотри, у них тоже нету крыши. Да, есть животные, малюсенькие. Они маленькие. Угу. Сейчас я седло сделаю. Садись. О,
надо скидывать тебе что-то лишнее. Нажми на пробел. Я хорошо прыгаю. Зажми пробел. Ой! Что это? Это легкая наркомания. Называется. Ты боже мой. Какая прелесть. Все, скидывай что-нибудь. У Рекса. Так у меня ничего нет. Ничего нету? Ну, тогда вес качай. У меня есть мешки спальные и кожа. Ложи мешки спальные, Рекса. Клади. Да, клади. Ну, я вот так буду, можно? Класс. Вот все, путешественный. Сейчас еще таких натомим. Я ошиблась, у него на 3,5 укуса. На 3,5, ну. Как же так, а? Ну вот вам. Мы же топ-трайб, мы не должны ошибаться. Ужасная птица. Как ее назовем? Чудак. Назови ее чудачка. Чудак? Чудачка. Это чудачка. Самка или самец? Чудачка назови. Чудачка? Угу. Ну это пока временное имя. Пусть подписчики напишут. Придумают нам что-нибудь. Да-да-да. Так что, ребята, пишите в комментариях. Птиц будет сегодня много. Все имена, думаю, попадут в выпуск. Она вот отсюда, посмотри, на кого гриль похожа. Ну откуда? Вот здесь встань. Посмотри. Да? Очень гордый петух это. Вот и Карна появился. Так, ну что, ты на птице тогда? На этой. Будешь, да, замечательно ездить? Давай, да. На чудачке. Мне надо собаку еще с собой позвать, да? Подожди, или ты позвонишь? Она за мной идет. А, все, идем. Угу. Так. О, бобриную хату вижу. Нужно нам, значит, найти этих... Чудачек еще побольше. Смотри, какая рючушка здесь прикольная. Видишь? Да, красиво. А и мне тоже вниз можно спуститься? Нужно. А я не разобьюсь? Так ты пробел нажми и все. Зажми пробел. Ты полетишь с горы. Точно, я забываю. Ой, какая прелесть. Такая наркоманская птица, если честно. Почему я не видела этого раньше? А по воде она тоже плавает? Ну, скорее всего, как и все животные. Точно. Все, я хочу их много. Сейчас будут. Давай. Так, он застрял там. Карна застрял, ты представляешь? Конечно, ты сразу повернул, он за тобой повернул. Подойди сюда. Все, расстрел. Не-не-не, иди прямо. А, она за тобой идет, кстати, не за мной. Она за мной идет? Угу. Ой, какая прелесть. Догоняй. Да подожди. Олени ходят. Безрогие. Вон, я вижу их. Вижу, на пляже бегут. Да ты опять напал, да ты наркоман. Рекс, когда на шифте бежит, он всех мелких животных дамажит. Но не только между животных мелких, он все дамажит вообще. Кого своим ты топотом. Увидел? Ужасных птиц. Сколько их там, что? Пока одна, и она плывет. Ясно, давай. Все, я здесь оставляю. Рекса, иду приручать. А мы тебя тут подождем. Стрелы. Да, ждите здесь. Сейчас я ее забалась. Оп. 20-й левел. Нормально сойдет.
Ну, не принципиально, давай всех подряд. Вырубилась. Прайм в Рексе. Я пока не могу, я воюю. С кем воюешь? Титана-муравьи. Это как титанозавры, только муравьи, да? Угу. Тоже неплохое занятие. Помощь нужна? Нет. Точно? Точно. Смотри мне. Смотрю тебе. Это ж титаны-муравьи, противник опасный. Как ты сам справишься там? Угу. О, в паразавра попал. Отлично. Конечно, справлюсь. Как иначе? Это кто, мальчик, девочка? Девочка. Что-то не хочет кушать. Сейчас посидит, подумает, захочет. Смотри на меня. На месте уже научилась это делать? Да. Отлично. Ты их забылась? Забылась. Так. Надо нам знать, что еще? Еще одну такую птицу. Вон я их вижу. А там давай, одна всего. Давай, мы пока тут постоим. О, альфач. Давай. Альфач. Не-не, без меня. Альфач. Без меня. Ну это же альфач. Пусть без меня. Альфача-то надо убить по-любому. Рекса прокачать немножко. Сейчас это встанет. Ну ты иди. Мы тут тебя подождем. Ну я его поближе подведу. Зачем? Чтобы ты опыт получила. А, хорошо. Нужно его найти только. Он плавает там, представляешь? Просто берет и плавает. Вот негодяй какой. Ой, что-то я раптора убил. Случайно. Не бежит за мной, что ли? Блин, за ним придется. Ладно. Попробую, конечно, подвести, но ничего не обещаю. Анкил-то сколько напало. Мне встала подушка. Ну, отлично. Мы идем к тебе. Ну, отлично. Ну, я сейчас к вам приду. Все? Подучи, мы тебя не видим. Я на другой стороне. А, вижу. Так кого на альфа будет? Да. Ну, мы туда не пойдем. Я за ней здесь бегаю, все нормально, все под контролем. Давай. Тут еще одна ужасная птица. Далеко? От нас, если по реальным, ну, я вижу, меткам, вижу. То метров 500. Сейчас приручим. О, компи напала. Ладно, альфач пускай пока бегает. К альфачу успеем вернуться еще. Все, я пошел за ужасной птицей, вот она. Давай. Как раз бегает здесь. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Восьмого левела. Че это было сейчас? Тут олень красивый. Олень красивый, у нас ягодцы были. Вырубил. Так, там в одной из птиц был прайм, я видел. У меня есть. В этой нету уже. О, вот в этом есть.
засранцы. У меня есть. Угу. Отлично. Ну что? Теперь можно альфача. Оленя. Оленя ты хочешь? Да, хочу. Вот этого оленя. Белого? Вот это красивый очень. Как мы его поведем? Он пойдет за нами. Ну давай, до 4 левел. Пусть. Ну как хочешь. Хочу. Ягоды есть у тебя? Наберу. Все, набирай. Я за альфачом. Давай. Сейчас садись на птицу, на свою, ужасную. Сила. Смотри, он куда-то убегает. За птером хочет. Бежит, он к нам бежит. Сейчас ушатаем его, ах ты петушара. А, все нападают. Террор мертв, нет. О нет. О нет, еще один. Ладно, приручим новых сейчас. Ой, наркомания. Большерогий олень приручился. Все, потихонечку его кусаю. Убегает. Пять к нам. Спасай оленя, оленя спасай. Балбес, иди сюда. Сейчас он сдохнет. Давай. Оленя спасай. За мной не идет, он за мной идет. Я в кустике. Отлично. Фух. Все, ты победил. Угу. Ну идем к тебе. А вот и мы. Отлично. Дойдем прямо по берегу. Да, идем дальше смотреть оленей этих чертовых. Птиц. Ну, для кого-то птицы, для кого-то они олени. А вот еще один олень. Ну, я думаю, хватит уже на сегодня оленей. А вон, я вижу птицы. Давай, Лен, за мной. Вон они стоят. Чертовки. Я тут, в кустике. Угу. Одна есть, сейчас вторую. Сейчас я собаку вытащу. Стой. Не бей их. Сейчас оглушим сразу двух. Давай быстрей. Там еще и 80-е. Есть, одну вырубил. Thank you.
Все, Лен, можешь прайм ложить пока. Во вторую птицу. Да вырубайся ты давай уже. Так, 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 куда-то побежала она. А, вот ты где. Одна вот здесь в кустах будет. Иду. Угу. Все, вырубил. Мухи, мухи. Пошла вон. Сейчас я прайм возьму тоже. Я взяла уже. Взяла уже, да? Отлично. Там не только птицы. Там еще и раптор. Я тут постою. Тут постоишь? Угу. Они за маленькими комби бегают. Вот негодяй. Меткий выстрел был. Раптора-то мы убьем, я думаю. А вот эту дичь оглушим. А я тебя не вижу. А я сейчас приду, подожди. Сорокового левела дичь. Вот, ты видишь, ты пробежала мимо только что. Угу. Сейчас осторожней. Птица это может начинать убегать. Она уже начинала убегать. Стоять. Ага, кулдаун на ней еще. Ну-ка, стой. Да подожди ж ты, а? Куда ж ты бежишь-то так? Ох-ох-ох. Я тебя не вижу. Ну посмотри по Рексу, Рексу за километр должно быть видно. Вижу двух ветлодоков. А, да, и возле птицы тебя летает, да? Угу, все. Оглушил птичку. Сейчас можно будет этих ужасных птиц увозить по-нормальному. Оп. И все. Где ты там Колян видел еще? Где низ? Вот сюда, да? Ага, низ, там к реке, короче. Погнали. Угу, вижу, вон. Угу. Но сейчас гориллы размотают. Их гориллы размотают, да их там штук 8. А, вон, нихера себе, как их томить. Да, вообще не. Они сейчас Рекса сожрут. Аргента надо. Нихера себе там. Колобок желтый. Такая жесть. Что я говорю, комплики. Может вырезать штук 4-3? О, что, давай аргентом попробуем. Офигеть, ты видишь это, Лен? Анди Колян. Смотри, тут еще сзади тебя, Глеб. А, не, это Лен. Я думал, сука, еще одно стадо. Вот это все стадо надо притомить. Че, лететь по аргенту? Да, давай, давай за аргентом, Колян. Давай. Замутим сейчас. О боже! Нас зарейдили. О боже. Я не верю своим глазам. О боже, как дальше жить? Нас зарейдили, представляй. Топ-трак на сервере. Нас зарейдили, мы были топами. И что с нами стало? А на самом деле, знатное кинцо. Поржал от души. Ой. Спасибо за пиар, спасибо, приятно, приятно. Давай я тебе еще одну базу построю, ты опять зарейдишь, опять поржем. Ох, давно так не смеялся, хорошее видео, хорошее. Так,
Погодите, почему вы еще не подписались на нашу группу ВКонтакте? Здесь вы можете найти множество полезной информации, расписание выхода серий, новости, связанные с каналом и играми, задать мне вопросы в специальной теме, посмотреть рисунки зрителей и прислать свои работы. Рекомендую ознакомиться. Ссылка в описании под этим роликом.